Друзья, вы должны сейчас возликовать и тут же узнать этого человека, который стоит рядом со мной. Если вдруг нет, друзья, я скажу, что мультсериал, который делает этот прекрасный человек, набрал 100 миллиардов просмотров. И это один из самых популярных мультсериалов современности сейчас. Друзья, Маша и Медведь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, нашей аудитории. Как вас зовут? Здравствуйте, я Дарья Гакова, я старший лицензионный менеджер компании Animacord. Я, конечно, поправлю вас, что я не тот человек, который создает сам мультсериал. Моя задача – работать с партнерами. Но у нас действительно создают сериал, конечно, очень... Мы понимаем, что без вас, в принципе, сериал не стал бы таким популярным. Общаться с партнерами – это главная задача 21 века. Ну, безусловно, на каком-то этапе это было особенно важно, потому что все партнеры, ну, без денег партнеров, безусловно, не было бы финансирования самого сериала, и они во многом позволили ему быть снятым. Безусловно, это так. И мы за это вам, партнеры, очень благодарны. И, ну, если говорить о вообще статусе нашего сериала на сегодня, то мы в этом году празднуем такие две рекордные цифры. Это мы стали самым популярным в мире мультсериалом в категории там, детские сериалы для дошкольников анимационные. И вторая наша цифра, совсем недавно мы отпраздновали 100 миллиардов просмотров на YouTube. Это там, где-то в 15 раз больше, чем вообще все население Земли. Поэтому это действительно так, ну, потрясает и наше воображение, и там всех остальных, наверное, тоже. Ну, а если говорить, почему вообще мы приходим на эту выставку, то у нас достаточно много компаний, которые с нами сотрудничают по части выпуска товаров с использованием наших образов или каких-то промо. Потому что, безусловно, наш персонаж, он... очень привлекателен. Кроме того, Маша, она такая, она любит поесть, она там во многих сериях ест что-то сладкое, там одна из самых наших просматриваемых и популярных серий — это «Маша плюс каша», и где там Маша бьет ложкой по столу. И это позволяет нашим партнерам выпускать, в общем, прекрасные товары, которые очень востребованы покупателями и прекрасно смотрятся на полке. А тут у нас с нами работает там компания Ferrero, выпускает киндер-сюрпризы с Машей. У нас в сети X5, в Пятерочке, в Перекрестке STM с Машей и Медведем молочных продуктов. Также недавно, если опять же брать наше взаимодействие с ритейлом, запустили мы бренд-зону на одном из самых крупных онлайн-ритейлеров российских, на Озоне. За рубежом мы тоже сотрудничаем там, с Амазоном, и с Карфуром, и очень многими ритейлерами. И почему так вообще происходит, да, что позволяет, наверное, всем этим компаниям с нами сотрудничать, то это то, что... Опять же, Маша, она, у нас огромная аудитория, и все использования, там, ну, все наши партнерства, они позволяют партнерам тоже выйти на эту аудиторию. Ну, а для нас, в свою очередь, очень важно, да, я говорила, что вначале во многом сериал нуждался, да, в финансировании, и это была задача. Сейчас немного поменялась ситуация, поскольку, безусловно, за счет там, нашей большой представленности там, вопрос с финансированием уже, безусловно, не стоит. И сегодня для нас такие партнерства – это вопрос тоже имиджа, это вопрос создания полезного для нашей аудитории, вопрос создания качественных товаров, чтобы Маша и Медведь – это был таким знаком качества. То есть мы очень много лет сотрудничаем с фондом WWF, по экологической тематике, поскольку наши персонажи живут в лесу, и, в общем, сам Бог велел проповедовать идеи экологии, поэтому мы там разрабатываем отдельные визуальные материалы там для экологии, поэтому, в общем, это тоже одна из таких тем, где мы будем рады выпустить какие-то товары там полезные, экологические, там, зожные, как это теперь принято говорить. Вот. Ну и если говорить еще о том, что мы там планируем на будущее, то помимо традиционных 7-минутных классических серий, которые, вот, собственно, мы завоевали свою популярность, мы хотим рассказать более длинные истории, потому что нас часто просят чего-то нового. И мы расскажем, мы выпустим 4 короткометражных фильма в следующем году и в 23-м. И у нас выйдет под Новый год такой новогодний фильм «Маша и Медведь. И повелитель льда». И там будет новый персонаж. Месяц январь. Это будет полный метр? Короткометражный фильм, 22 минуты, но он будет транслироваться как на онлайн-платформах, так и на телеканалах, в кинотеатрах. И там будет, ну, это такая фантазия нашей студии на тему сказки «12 месяцев», то есть там будут
12 месяцев, логично. Ну и январь — это один из главных персонажей. Нас тоже часто спрашивали, а будет ли там какой-нибудь мальчик Маши. Вот, собственно, январь. Я могу, не знаю, если это будет возможно вставить интервью, могу выслать картинку, чтобы ее можно было показать. Под это мы тоже, естественно, наши партнеры все этим воодушевлены, потому что это тоже возможность какой-то фильм как бы продлить в жизни, выпустить тоже различные товары, использовать там для брендирования наших прекрасных Машу и Января. Вот, поэтому мы, собственно, понимаем, что такие партнерства и для нас, и для партнеров создают такую, ну, в общем, интересные впечатления, новые для нашей аудитории. Спасибо большое. Очень здорово, что ваша работа уже говорит сама за себя, и уже крупные ритейлеры ищут вас для того, чтобы их товары стали более популярными и просматриваемыми среди покупателей. Это ли не здорово? Спасибо вам большое за вашу работу, и надеемся увидеть все интересные новые серии ближе к Новому году. Спасибо большое. Спасибо. Ритейлеру.